Детский сад превратился в гостиничный хостел для гастарбайтеров. По сообщению жителей, в одном из бывших детских учреждений массово проживали выходцы из Республики Узбекистан. Сотрудники наркоконтроля нагрянули с проверкой. Утро доброе. Документы на проверку готовим, полиции. Вставай. Встаем. Давайте, шевелимся. Работу опоздаете. Что, на потолке выключатель? Во. Все видно. Утро доброе, управление контролем. Документы готовим. Где документы? Узбек. Классно, выходи, Узбек. В Нижегородский наркоконтроль поступило коллективное обращение жителей одного из домов по улице Нижегородская о том, что по соседству располагается гостиничный хостел, где проживает большое количество выходцев из стран Средней Азии. Это откуда всех ведут? Второго этажа. Всех сюда снесли, на первый? У кого документов нет, да. В автобусе не сознаются, что их везут на работу. Не, начальник, извините. Улыбнулись в камеру.